Привіт, я Нікіта Дрюченко і мої гості, як завжди, на Спортіку. Привіт! Привіт! Питання. Як взагалі так відбулось, що ти познайомилась з кікбоксингом? Що це за знайомство таке було? На самом деле, це произошло очень для мене неожиданно. Я цього не хотіла. Я не хотіла йти в спорт, я не хотіла займатися єдиноборствами. Это родители. Ті батьки. Да, это на самом деле извечная проблема, скажем так. Вот. Родители настояли, я пошла. Через силу какое-то время я занималась, я тренировалась. Вот. И потом как-то я втянулась, уже по привычке ходила на тренировки, и потом мне это начало нравиться, и я вот... З'явився якийсь результат, я так розумію. Да, так, я начала очень стремительно развиваться в этом, я прям, у меня все хорошо получалось. Які нагороди, можливо, турніри, на яких брала участь? Чи це Если, ну, вначале это были всегда, то есть начинала я с областных, с городских соревнований, вот такой вот уровень, да, низкий, а потом уже, ну, как низкий, начальный, скажем так. А потом уже мы начали выезжать на Украину, на мир, на чемпионаты Европы самые разные, вот. Вау, круто. И начали уже завоевывать, сначала это были какие-то, да, там вторые, третьи места, а потом уже... А з'явилось відчуття, що да, я роблю те, що треба. Оце моє. Були такі моменти, іменно вот, знаєш, во время соревнований, коли ти вот виходиш там, допустим, знаєш, у тебе зараз бой, і ти такий думаєш, блін, как классно все-таки, что я здесь, как круто. Момент истины, да, так, якийсь. Да, вот этот вот. Или когда там тебя поднимают руку, и ты такой, вау, да, это я могу. Это просто, это незаменимые эмоции. Чому завершила кар'єру? Я, на самом деле, это очень примитивно, наверное, стереотипно, ну, я так считаю для самой себя, потому что я считаю, что кикбоксинг, единоборство – это не вид спорта для девушки. То есть я как бы дошла к чему-то, я получила звание, два звания я получила и в кикбоксинге, и в казацком двубое. То есть да, это две разные, есть две разные федерации, и я как бы, в принципе, это было уже к 17-18 годам. И я поняла, что вот все, как бы пора остановиться. Во-первых, было поступление, во-вторых, ну, совсем уже было не до этого. И хотелось уже превращаться действительно в девочку, потому что были такие вот у меня вот, ух. Ага, значит, я не показывала, трошки уже не те русло, так? Да, я уже пошла как бы, как такая прям, знаешь, машина сильная, независимая, такая вся из себя, вот, ну, как бы начинаются вот эти изменения в характере, я это понимаю, я понимаю, что я не хочу быть, знаешь, такой бой-бабой, которой боится подойти любой человек. Ну, просто я считаю это... Не все девчата до сего приходят. Многие, большинство. Так? Большинство спортсменок, которые я знаю, они большинство, все вот в характере у них это прям читается, что вот она спортсменка, что вот она занимается единоборствами или какими-то, да, такими видами спорта. Поэтому я решила от этого отойти и как бы... Но при этом я отошла от этого как спортсменка, да, я не выступаю на соревнованиях, я не подтверждаю там свои титулы, но я... воспитываю маленьких спортсменов, я работаю с детками, и я это очень люблю, я люблю детей, и я люблю смотреть за тем, как у них это все получается, как они там, да, первый удар мы с ними учим, они там потом приходят, родители говорят, вот они мне показали, показывают видео, как они дома сняли, я смотрю и думаю, ну класс. А ты... проходячи мимо там, наприклад, Груші. Ну, ой, не могу, надо лупануть, надо. Клас, да, ну. Я прохожу мимо, у нас есть место, у нас есть зал, да, и периодически мы там занимаемся, я смотрю, Груша. Я така, так, ну, держи себя в руках. Ну, зараз двічку кину, та й піду далі. Да, я не могу, я не знаю, это вот это вот. А згадай свій перший поєдинок, ну, такий вже прям... Профессии, ну такие, что... Первый мой бой был на уровне, мне тогда, я помню это очень хорошо, мне тогда, скажем, отсушили ногу, ну это наш сленг, да, я не могла встать на ногу после этого боя. Отбили? Да, отбили ногу очень сильно, я пропустила очень много ударов, много именно по ноге, лоу-кигов. Но я выиграла этот бой, у меня как бы стойка была правосторонняя, и правую ногу мне отбили. И вот этот момент, когда я понимала, что я не могу уже стоять, осталось два раунда, и мне тяжело очень было стоять, больно было, капец.
Но я решила, что мне надо вот до конца дойти. Это прям вообще был такой настолько знаковый бой для меня, что я поняла, господи, я могу больше, я могу все, я могу выходить за рамки, даже если больно. И вот этот момент, именно этот поединок, он как раз во мне воспитал, наверное, вот эту черту, что можешь больше, Саша, у тебя есть возможность, ты можешь выходить за там какие-то рамки, которые ты сама себе нарисовала, ты можешь... выходить из зоны своего комфорта для того, чтобы попробовать что-то новое или чего-то добиться. Вот это, я считаю, самое лучшее, что, наверное, мне дал спорт. Это мотивацию, это стремление, это... Не зупинятися. Да. Які ще травми, можливо, є? Очень много было. Но, скажу одно, по лицу получала очень редко. Я не знаю, ну, я такая маленькая, как бы у меня соперницы всегда были выше меня. То есть я, у меня рост 1,65 м, при этом мои соперницы всегда были выше, но как бы у нас были весовые категории, да, знаешь, в чем вот прелесть была... Что она долгая и худенькая. Да, она высокая такая, прям длинная, знаешь, и она худая. Худая, я смотрю, я понимаю, что вот, ну, как бы страшно, потому что она, у нее размах рук очень влияет, как бы это... Я разумею. Не подойдешь ты. Не подпускай. Ближняя стойка, в ней всегда проще драться, чем, чем в дальней, да, когда ты дальше стоишь. А у нее размах рук, она не пустит, она скажет нет. Вот, и как бы... Обличье не страждало. Лицо никогда, я не знаю, не попадали мне. У меня, мне ломали ребро. Ого. Вот, сломанное ребро у меня, оно до сих пор там, как бы, оно, вот. Хранится. Да, да, ну там нормально уже сколько лет прошло, вот. Были переломы пальцев очень часто, были какие-то, ну, в основном это корпус, это руки, челюсть выбивали, было, и нос разбивали. Но прям конкретно так по лицу не попадали. При подготовке до змагань. Ты спаррингувала с девчатами чи с чоловіками? И с парнями, и с девушками. Мой тренер, который вот Алексей Николаевич Казанцев, может быть, вы посмотрите это видео. Алексей Николаевич, обов'язково подивіться. Я вас обожаю, спасибо вам большое за все. Вот, да, это лирическое отступление. Так вот, тренер мой, он всегда говорил, что в зале все равны. То есть я своим детям это тоже вкладываю, потому что я считаю, что это правильно. Неважно, мальчик ты или девочка, ты пришел в спорт. Ты пришел в очень жесткий спорт. Здесь важна дисциплина. И я не смотрю, там, мальчик, девочка, да? Ну, понятно, пока они маленькие, да, я там как-то еще разделяю. Там, мальчики отжимаются 20 раз, девочки 10. Это так, да. Но у нас не было такого разделения. Мы спарринговались каждый с каждым. То есть у нас были, у меня в группе, мы тренировались, у нас прям была профгруппа, и ребята были такие прям, знаешь, взрослые, и большие. И я такая стою. Зарубилась? Да, были зарубы прямо на тренировках. Было такое, что на тренировках вырубали у нас. Мы еще и боролись. Ну, то есть я как и по кикбоксингу, так и по смешанным. Вот, выступала всегда. Я очень любила смешанные единоборства. Я люблю до сих пор. Вот, всей душой. И мы как-то вот прям очень жестко не жалея друг друга. Вырубала суперность когда-нибудь? Да, да. Да? Было очень много раз. Что, я не знаю, есть видосики на ютубе. Страх. Страх очень. За суперницу? Да, за то, что будет потом. Потому что у меня был такой случай, это было в Болгарии, чемпионат мира, 14-й год, вот. И я настолько не рассчитала силу, что ее не могли привести в чувство. То есть это был, какой раздел? Это был К1 с коленями и с локтями. То есть где можно было и коленями в голову, и коленями в корпус, и локтями. То есть и прихваты можно было делать. И я как-то, она так пошла, получается... Она решила меня обойти, а я ее встретила, получается, боковым ударом, а это очень сильно. Это на встречу, я так да, на встречу. Это намного сильнее, чем просто я бы ударила боковой. И я смотрю, она лежит, я начинаю плакать, у меня шок, потому что это, ну, первый раз я... А потом как-то так пошло, я уже так... А потом я их вырубала. Я вошла просто... Я уже перестала реагировать на это как-то вот так эмоционально, потому что я такая вот... эмпатичная, скажем так, я перенимаю, да, эмоции других людей, чувства, ощущения, я понимаю, что он это может чувствовать или не чувствовать, это очень страшно,
вырубить человека, ты не знаешь, убил ты его или нет. Потому что ударом таким можно на самом деле убить. І а зараз нужно бути осторожним. Ось малим, яких ти виховуєш, спортсменам, яке зерно ти їм вперше вкладаєш? А... Ну, техніка, там, удари, все зрозуміло. А що ти говориш? Емоціонально, во-первых, я їм говорю о том, що, то есть, я з ними стараюсь быть максимально тренером, другом. То есть, как бы нет такого, что они заходят на тренировку. Здравствуй, привет, Саня, как дела? То есть, Александра Юрьевна, все, Александра Юрьевна, можно то, можно то. То есть, не шаг вправо. Дисциплина – это самое важное. Это первое, что должно быть вот в таком виде спорта. А второе – это я им вкладываю то, что за пределами зала мы не деремся. То есть, какие бы ни были конфликты, я считаю, это самое важное, потому что ну, у меня в жизни были такие случаи, когда я дралась за пределами зала и уже как бы стоял вопрос о том, чтобы меня вообще исключить там из сборной Украины по кикбоксингу. Через инцидент. Да, из-за, хотя в этой ситуации я была как бы права, я отстаивала свое, как бы, свою точку зрения, свое мнение. Але вот. Вже не розмовляючи. Ну, вже не получилось, как бы. Ну, а дітям я своїм вкладываю, говорю, если вдруг, я узнаю, у нас как бы организация, она государственная, штурм. Так, вот. Я знаю. У нас очень много филиалов. И если есть какие-то моменты, школа пишет, допустим, жалобу на клуб, эта жалоба приходит в клуб, все, как бы тренеру... И тебя звиняют с работы. Нет, меня не то, что увольняют, мне дают выговор очень такой неприятный, строгий. Вот. И, ну, на самом деле, закончится может по-разному. И, как бы, я им это вкладываю не потому, что я боюсь потерять эту работу, я им это вкладываю, потому что это человечно, потому что, в первую очередь, они должны оставаться людьми, какими бы крутыми спортсменами они не были в дальнейшем. Я очень надеюсь на то, что каждый из них будет развиваться. У тебя есть мета, чтобы они зростали самими спортсменами и здобували нагороди? Да, я очень хочу, как бы, то есть я настолько стараюсь, я их хочу вот вести на соревнования в ближайшее время. То есть они у меня маленькие. Есть маленькие, есть старше. Есть от 12 до 15 лет. То есть больше я не беру как бы, ну, то есть по возрасту там 17-18, чисто любителей я не беру, потому что нет смысла. То есть я хочу, вот если я вижу, что человек на, там, хочет как-то чего-то добиться в спорте, я говорю, да, все круто, мы тренируемся, мы спаррингуемся, мы там вообще... Пашем, стараемся, вкалываем. Вот. Если у человека нет цели, он пришел чисто ради, ну, ради здоровья, того, чтобы да, для здоровья навычек. Побоксировать грушу, ну, это можно сделать в любом другом зале. Я могу тебе написать список, пожалуйста. Но, к сожалению, вот. Детки, это моя любовь. Я тренируюсь с 14 лет. Вот. Еще со времен, когда сама занималась. И вот класс. Я прям... Як пережити поразку? Ой, это очень индивидуально, наверное. Ну, а ты потому как что особисто? Я первое время, я вообще в жизни человек, который вот, ну, мне очень тяжело пережить любого вообще вида поражения, потому что, ну, вот эмоционально, опять-таки, потому что я эмоциональный человек, я все принимаю близко к сердцу, и даже поражение, да, там, на татами, в клетке, неважно, в ринге, для меня это всегда трагедия. Очень тяжело было. Я это всегда заканчивалось слезами, я плакала, я не понимала, что я сделала не так, почему так получилось. Но в дальнейшем просто нужно не принимать это, вот все, я проиграла, больше я не хочу заниматься, я много раз бросала. Вот, ну так, на недельку бросала чуть-чуть, ну, то есть на маленький срок. Вот, но самое важное, наверное, это то, что нужно извлекать из каждого поражения урок. Вот, то есть надо сесть и понять, так, что я сделала вот здесь не так? Угу. Здесь я где-то не туда пошла, тут надо было выждать, да, там, то есть тезисно как-то. Я брала себе и выписывала, что я в этом поединке сделала не так. У нас были дневники специальные. Ого. Да, у нас было супер все серьезно, у нас были дневники, у нас были книжки, как зачетные. Но там ставились как бы соревнования всех, которые ты был. Ну, все, на которых ты выступал. Вот. И у нас было все с этим серьезно. И мы каждый раз выписывали, вот с тренером садились, где что не так. И потом мы это все отрабатывали. Вот. И благодаря этому я научилась как-то эти все поражения вот так вот, да, анализировать. Як ты
опинилась у команді з групи підтримки? Як ти почала танцювати? Кікбоксинг, танці. Причому це не просто кікбоксинг, там, це титули. Історія. Тепер історія. Это історія на мільйон. Давай. Як так трапилось? Как получилось? Я на самом деле не ожидала. Я начала ходить на игры в 2018 году. Я поступила на первый курс университета. Вот. И познакомилась с девочкой. Вот. Девочка эта танцевала в группе поддержки. Мы можем раскрыть ее имя. Ну, давай. Я думаю, многие ее знают. Это Юлия Смаковская. Вот. Она достаточно долгое время танцевала в группе поддержки. И как-то вот она мне сказала, вот давай там придешь на игру. Я говорю, да, класс, супер, давай. Никогда не была на баскетболе. Никогда в жизни, ни разу. И так получилось, что вот я пришла на игру, я смотрю, как они танцуют, и я понимаю, господи, как это прекрасно, как это красиво, как это шикарно. Тогда, допустим, да, я это вообще... Это так по-жіночому? Это очень, это сексуально, на это хочется смотреть, вот хочется, хочется туда. Вот самое крутое, наверное, ощущение у зрителя, когда он смотрит, допустим, да, на то, как мы танцуем, это то, что он хочет тоже на паркет, знаешь, вот это вот ощущение внутри, вау, какие они крутые, господи, почаще бы их видеть. Вот, ну, это, наверное, вот я то, сгоден. Что я тогда... Я сгоден с тобой, да. Да, и это то, что я тогда испытывала. И как вообще получилось, что мы с Юлей познакомились, мы вместе с ней ставили какой-то... какую-то шоу-программу в университете, там был какое-то, было мероприятие, вот, и нам нужно было подготовить несколько разных хореографий. И так получилось, что мы ставили с ней хореографии вместе. Я до этого тоже танцевала, но я танцевала в народном коллективе, я народница вообще. Я параллельно с кикбоксингом занималась танцами, вот. Я бегала, мои родители были против того, чтобы я занималась хореографией. То есть они были категорически против, мне приходилось сбегать из дома, чтобы попасть на танцы. Тренуально. Или как-то там, да, маме говорить, что вот, мам, я на репетиторство, мам, у нас сегодня подкачка в зале. У нас там мам, просто... ну, выбачь. Да, мам, извини, я пошла на подкачку, а сама я бегу, там, 2 часа репетиция, да, допустим. И потом, когда я маму позвала на первый концерт 8 марта, она узнала, что я танцую в коллективе, в классном, крутом коллективе. Она не знала, что сказать. Она не знала, ругать меня, либо же хвалить и радоваться за меня. Вот. Ну, я танцевала, я народница. Вот. Пускай не так долго, да, там около там, 2 лет, ну, приблизительно, я не могу точно сказать, я не помню, это с перерывами просто было. И зараз ты уже вот. В коллективе. И сейчас я в коллективе. Я мечтала об этом давно, то есть я... не могла в это поверить. Допустим, я пришла на первую тренировку, Юля мне говорит, я говорю, я хочу, я очень хочу. Я складно. Начала растанцовываться с ней. Трошки было складно? Очень тяжело. Очень тяжело было мне, потому что я такая вот вся боевая, у меня преобладал спорт, и как бы до сих пор, знаешь, есть моменты, в которых я такая немножечко вот, ну, есть моменты, я над ними работаю, всегда стараюсь как бы выложиться и как-то избавиться, да, от этих моментов, но то, что я сделала шаг вот в группу поддержки, для меня это какой-то такой этап невероятный в жизни. Дедовщина есть? В группе поддержки? В коллективе, так, абонент. Нет, у нас все с этим на самом деле очень строго. Наш руководитель группы поддержки, она за этим очень строго следит, вот. Лиза, она такой человек, что, ну, она как бы знает все, в принципе, что происходит в группе поддержки, она всегда в курсе этого, и она старается этого, в принципе, не допускать. У нас сейчас очень много новеньких девчонок, очень много, ну, они хорошие девчонки, и как танцоры, в принципе, и так вот. И у нас, в принципе, отношения между нами достаточно хорошие. А у вас есть какой-то ритуал перед тем, как... Да. Можешь рассказать, чи це якась таємниця? Ну... Это как у баскетболистов, в принципе, они кричат, допустим, мы за Днепр, да, а у нас там своя кричалочка, но это, я думаю, все, пускай останется с нами. Все, без питань. Что... Так, добре. Давай так, 3 найсимпатичніших гравці БК Дніпро. Ой, сейчас начнется. Давай. Ну, пускай это будет Санон. Ага, добре. Это...
симпатичных, ну, смотря как посмотреть, они там все хорошие. Надеюсь, ну, просто они там половина как бы женатые, ну, мало ли, я не хочу нарваться, если честно. Добре, я знаю, кто не одружений. Ну, я тоже знаю. Так. Закурдаев. Добре, Закурдаев. Давай так, тоді три гравці, яких би можна було взяти в групу підтримки для танцю. Високих, да? Они там все високі. Обирай. Бобров. Угу. Кравцов. Так. Санон. Ну, нормальна така трійця. По-моєму, прекрасно. І два питання. Вмотивуй дівчат, які, а, хочуть займатися єдиноборствами, і вмотивуй дівчат, які хочуть займатися танцями. Я хочу сказати, щоби... Неважно, чем бы вы хотели заниматься в жизни. То есть пускай это будет черлидинг, пускай это будет хореография, пускай это будут какие-то, да, там, виды спорта, типа пауэрлифтинг, кикбоксинг, смешанные единоборства. Просто нужно сделать первый шаг, нужно постараться реально вложиться, потому что поначалу будет очень тяжело, неважно. Хореография — это гимнастика художественная, я не знаю, допустим, либо же кикбоксинг. Всегда будет вначале тяжело. Нужно сделать первый шаг, и тогда, вот там, пройдя какой-то отрезок времени, промежуток, просто оглянуться назад и сказать: «Вау, какая я молодец, как я много всего сделала». Поэтому, девчоночки, пожалуйста, если вы хотите заниматься, занимайтесь, популяризируйте хореографию, все. Это все в наших руках, как бы, это, мы — это будущее нашей страны, и как бы спорт — это один из самых... Наверное, ключевых факторов вообще. Слухай, та навіть я вмотивувався ще додатково. Слухай, дякую тобі. Нікіта Дрюченко, на спортику. Yeah, спасибо, да, займайтесь, танцюйте, бийтеся, все ж, але професійно. Все, що завгодно. Только профессионально. Друзі, так, ще побачимось.